страны, конечно, которые один считают сложнее. Но некоторые есть спортсмены, которые любят длинные дистанции. И выбирают, у нас есть такое, как специализация, и выбирают свою специализацию длинные дистанции. Мы на тренировках обычно по 4, по 4,5 наплываем. Когда как? Когда 3,5. Это еще не совсем сложные соревнования, потому что обычно есть дистанция, как 400 комплекс. Это тоже энергозатратная дистанция, а так, в общем-то, как всегда. Я, получается, стайер, а не спринтер, и мне 800 метров очень легко дается. То есть я плыву, и в конце у меня сил, наоборот, больше, чем больше проплываю, тем лучше. Я мог бы проплыть быстрее намного, но сил, может быть, потому что не было. Не восстановился после тренировок.